Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить Toca Race Driver 2. И сегодня у нас чемпионат. Я выбрал не формулу Ford, а именно American 1000. На нем мы еще не играли. Я думаю, что возможно даже это будет сложно. Но что ж поделать? Цель чемпионата — просто занять призовое место и все. Просто прийти в первой тройке. Ну и давайте возьмем. Автомобиль у нас называется Single Seater 1000. Ну, видимо, выдуманное название. Четыре трека нас ждет. Это Техас Спидвей, Пайкс Пик, Роуд Америка и Серферс Парадайз. Примерно на 26 минут у нас чемпионат. Поэтому поехали. Прямо сейчас. Так, в этой гонке у тебя два варианта. Прийти в первой тройке или отправиться на покой. Все, в первой тройке нам надо. Снится. У нас Файфо в соперниках. Но нам, в принципе, пофигу на него. Нам нужно просто прийти в первой тройке и все. В этих гонках все обязаны побывать в боксах. Обязательно. В круге на четвертом заедем. Бля. Я только что получил сигнал. Можно заезжать в боксы. Окей. А по-моему, никто не заехал. Кстати. Ты что делаешь-то, блядь, Баклан? Вот уёбки, блядь. Самый быстрый круг за По-моему, все мне крыло Молодец. Отвалили, и у меня подвеска, кстати, красная. Ты посмотри. Ну, на Техасе будет хуже, на самом деле. Здесь еще нормальная трасса. Так, в боксы заезжаем на этом, на конце, в конце этого круга. Поехали. Мы четвертые. Что, мощи не хватает, что ли? Я вас и догнал, ребятки. Но они быстрее, у них, блин, хотя бы у этого хотя бы крыло есть переднее, у меня-то нет, по-моему. Я без него уже приехал. Чё-то, короче, у меня все равно отвалилось спереди. Подвеску тут мне повредили. Это последний круг. Держи лидерство. Держу, держу. Все, прямая, финишная. Ура! Великолепно! Все, едем, мы первые, отлично. Так, по XP. Вот эту трассу мне не нравится. Тоже без спидстопа.
тоже, наверное, после четвертого круга сделаем. В этих гонках все обязаны побывать в боксах. О, полетели крылья. Мы готовы и ждем тебя. Пора делать обязательный пит-стоп. Бля, колесо повредил. Ладно. Пайфо, по-моему, сзади. Рекордное время круга. Обгоняет меня. Свин. Блядь, что-то ее несет. Так, боксы. Заезжаем. Мы четвертый едем. Так, кто у нас тут? Пайфо. Это как узкоглазый, который. Ты, говорит, не запоминай мое лицо. Надо было сказать, ты не запоминай мое лицо, все равно не запомнишь, блядь. Оно одинаковое нам. Есть что без расизма, ребят. Просто, грубо говоря, клише. Поверни-то нормально. Ты вырвался вперед, сынок. Не расслабляться. Всего один круг остался. Считай, заезд твой. Все готово. Но пока не расслабляйся. Так, следующий у нас будет Road America. Да-да, музычка веселая. Так, здесь без стопов, просто едем 4 круга. Ой, блядь. Бля, надо аккуратнее на эти тачки. Да не жмись ты ко мне, урод. Первым идет 5-0. Бля, вот это походу сложно будет. Что-то тачка вообще, по-моему, не предназначена нахуй. Для того, чтобы по такой дороге ехать кривой. Да, пиздец, конечно. Дикая хуйня.
Да, немного я сделал за первый круг. Может, я сильно торможу? Бля. Нет, это проще заново. Это жесть. Чуть-чуть нажимаешь, уже колеса блочат. В смысле, на тормоз нажимаешь. Блин, чуть-чуть вроде бы приближаюсь. Но это какая-то фигня все равно. А они вряд ли ошибутся. Прям стабильно уезжают. Я думал, объедет сейчас. Да чтоб твой рот выебали, гондон. Так, ладно. Попробуем получше проходить повороты. Все, фигня в поворотах. Еще раз. Ой, как-то поаккуратнее надо это все проходить. Давай, давай, давай. Five, о. Она блокирует колеса, конечно, моментально. Блин, не обогнал. Да. Шестой. Бля, пипец. Я так буду обгонять вечность. Опять красный меня погнал, сука. Остается еще два круга, а мы что-то как-то вообще ни хера не делаем тут. Так. Вдвоем, блин, обошли. А у него такая же, да, раскраска, что ли, как у меня? Что-то я не понял. Не, не такая же. Вот же ж сука. Бля, как меня бесит, что колесами, блядь, они цепляются. Уроды такие. И хрен ты с этим что поделаешь. Держись, блядь. Хуя его, блядь, по траве вздернул, нахуй. По тропе. Фух, пятая. Ну, блин, перед идущих хер догонишь. Хорошо уходят, конечно. Блин, занесло. Занос это плохо. А они на первое место выскочили. Ну вот это капец. Лидер Штомпер. Но с другой стороны, мне это похеру. Я, наверное, буду где-то третьим, вторым, наверное, вот так. Штомпер только что выиграл заезд. Файфо только что занял второе место. А я только что занял пятое. Так, я пятое. А, я на первом месте. Все равно. Так, все. Все зависит от вот этого чемпионата. Ой. Трека.
принципе, мы должны на нем что-то показать. Трек хороший. Ой-ой. Сняли нам крыло. Блять, и колесо. Опять снял. Ладно. Вот это я понимаю. На змейке мы должны вообще их раздолбать. Нормально, я приблизился. Стомпер. Давай, малыш, ты почти первый. Даю. Ускоряемся. Смотри, как без крыла-то мы разгоняемся хорошо. Правда, в поворотах мы теперь как говно в проруби. Ну и ладно. Ты просто летишь, парень. Самый быстрый круг заезда. Класс. Что-то звук такой тихий стал. Последнего удара. Блять. Вот еблан-то нахуй. Пиздец. Бля, в питы нельзя заезжать, нахуй. Проебем сразу, моментально. Что это за хуйня? И гонка твоя.
Ага. Чем жать-то, блядь? Я без шины, сука. Остался всего один круг. Ты можешь прийти первым. Бля, вот это сейчас будет пиздец. Бля, ну... Ну, хули вы хотели, ебать? Интересно, на Формуле 1 есть ручник? Потому что сейчас я им пользуюсь, чтобы зайти в поворот. Ладно, второй я, может быть, приду. Но это все равно пиздец. Просто без шин катаюсь, нахуй. Давай, давай, давай. Ух, бля. Ну я второй приехал, но это прям вообще. Офигеть, молодец, я бы сказал. Хорошая работа. Так, никакого видоса не будет, да? Ну ладно. А вот, кстати, нас GT90-то и догнал. Мы же тогда не хотели на нем участвовать, но здесь теперь уже придется. Следующий чемпионат Coast to Coast Cup. Победи хотя бы одного из пилотов Shark Team. Ну и вот и дождались. Ладно, это будет в следующем видосе. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока.